Опера и балет вновь возвращаются в Херсонес Таврический. В этом году мировые опереты и примы выступят на новой сцене. Ее воссоздали по образу главной сцены Новосибирского театра оперы и балета. Главная особенность площадки – ее масштабность. Зрителями могут стать более 800 человек. Мы полностью повторяем Новосибирский театр. Полностью все дороги, все движения на сцене. Вот. Из-за этого она достаточно уникальна. И скажу больше, у нас будет еще строиться сразу оркестровая яма. Фестиваль представит живую историю становления классического искусства. Покажут на сцене и место России в развитии всей европейской культуры. Выступит сибирская балетная труппа и мировые звезды. Фабио Мастранджело, Сергей Полунин, Озел Гоуноо и другие. Мы очень хотим, чтобы не только жители Севастополя, жители Крымского полуострова, но и все россияне знали, что в августе в Херсонесе будет происходить нечто особенное. Ну и, конечно, мы бы очень хотели и стремимся к тому, чтобы Херсонес стал музеем с мировым звучанием. Фестиваль оперы и балета пройдет в Херсонесе с 13 по 17 августа. Цены на билеты от 1000 до 6000 рублей. Приобрести их можно в кассе музея-заповедника. Александра Каплун, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение.